на торжественной церемонии бракосочетания. Уважаемые Сергей Сергеевич и Ирина Александровна, сегодняшний день очень волнителен, он полон переживаний, но гораздо больше в нем счастья и радости. Это день, когда вы решили соединить сердца, стать друг для друга единственными, создать семью. Счастливый союз немыслим без большого искреннего чувства, уважения и заботы друг о друге. В этот торжественный момент я прошу вас ответить, является ли ваше желание стать супругами искренним и свободным. Прошу ответить жениха. Да. Ваш ответ, невеста. Да. Ваше взаимное желание и согласие дает мне право в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации зарегистрировать ваш брак. Приглашаю пройти и поставить подписи в запись акта о заключении брака. Сегодня, 23 мая 2015 года, в Кутузовском отделе ЗАГС города Москвы брак зарегистрирован. Объявляю вас мужем и женой. Поздравьте друг друга поцелуем. Уважаемые супруги, я вас от всей души поздравляю и желаю, чтобы тепло ваших сердец согревало всю вашу жизнь, а в семье царили уют, взаимопонимание и любовь. В подтверждение семейного союза я вручаю вам ваш первый семейный документ – свидетельство о заключении брака. Спасибо. Уважаемые гости, я приглашаю вас поздравить супружескую пару. Прошу вас. Это регистрация брака совершена.